Салют, друзья! Мы опять с Роланом, и сегодня мы побеседуем об айваске, о церемонии айваски. Что из себя представляет правильная церемония айваски, что из себя представляет айваска и так далее. Смотри, для меня, я себе представляю айваску как напиток, состоящий из двух лиан, растущих в джунглях. Соответственно, одна лиана содержит DMT, вторая лиана содержит энзим, или не энзим, а фермент, который блокирует энзим в желудке, который... Малоингибитор. Да, именно. Который DMT при пероральном приеме останавливает действие. Так это или не так? Расскажи какие-то более комплексные, возможно, знания. Айваска напиток – это напиток, отвар, который сделан из самой айваски. Это на латинском «баринистепсиопсис капи». И смешанные с листьями чакруны. Это база. А дальше каждый шаман, разные линии, разные шаманы используют разные микс других растений. Например, добавляя в этот напиток еще растения. Да. Это как такой почерк шамана, как свой коктейль. Ну, не столько свой коктейль, сколько те духи, с которыми работает шаман. Оно, конечно, зависит от линии, от самого шамана. Я, например, пользуюсь, помимо айваски и чакруны, обычно будет лупуна бланка, хуара каспи, ремо каспи, тамамури, шивоваку. Это название растений? Или... Да, это коры определенных целебных деревьев. А каспи как звучит как одна семья, то есть несколько разных вариантов. Не, каспи это дерево. Дерево. То есть дерево рами, дерево там еще чего-то, дерево еще чего-то. Ремо каспи, хвайра каспи, анна каспи, чулачаки каспи. И ты добавляешь эти растения в... Сананга. Сананга. Да. Это та сананга, которую капают в глаза или нет? Нет, это вообще разные растения. То не сананг, не сананго, а зананга. Это бразильские капли в глаза, которые не имеют никакого отношения к шаманизму. Но почему-то рапея сананга... А, да, знаешь, да. Я переводил... Я где-нибудь, друзья, поставлю ссылку на этот ролик. Я переводил кентуки айваска. Вышел такой сериал на Вайсе, по-моему, или на Вайсленд, ну что-то связанное с Вайсом, западный блок довольно большой, и вышло, как там шаман Стив рассказывает про церемонии, они водят людей, и они там закапывают санангу, ну, примерно перед церемонией за какое-то там время, за несколько часов или что-то такое. Санангу закапывают? Перевод, говорилось это сананга, сананга. Мне тяжело сказать сейчас, в фильмах и в сериалах могут показывать много разного, я не понимаю, о чем речь. Угу. Ну, то, что капает в глаза, и то, что жжет глаза. Не имеет никакого отношения к шаманизму, особенно амазонскому. А это инструмент для чего? Это если у человека проблема с глазами, либо же там, катаракта, бельмо в глазу, народное средство для того, чтобы... обновить слизистую оболочку глаза. Угу. А как ты смотришь на то, что при такой острой, жесткой боли от вот этих вот капель, человек, он фокусирует ум на этом всем, и у него отсекается, лишний фон отсекается. И это такая, тем не менее, неплохая настройка на церемонию. Я не говорю, что это стоит делать прямо перед церемонией, но смотри. Смотри. Если кого-то чистит сананга... Она зананга. Зананга. Из семейства ибогаиновых. Ей нечего делать рядом с айваской. Угу. Это растения, которые не перемешиваются. Это духи, которые не дружат. Соответственно, перед церемонией это нету вообще никакого смысла делать. Не, ну можно себе, если хочется боли... Возьмите, пусть кто-то ударит битой по голове, будет тоже море ощущений, будет там остановка внутреннего диалога. Но к шаманизму это не имеет никакого отношения. Вообще никакого. О духах, друзья, мы говорили в предыдущем видео, подсказка где-то выскочит. Обязательно помните, если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и... Конечно же, рекомендуйте друзьям. Информация, как по мне, а я изучаю YouTube достаточно давно, и я был одним из блогеров, который начинал рассказывать о психоделиках в русском YouTube, делать переводы какие-то. Была Баба Маша, потом появился мой блог.
Кое-как, не было информации в русском сегменте. И я начал рассказывать, но я могу сказать, что... Потому что русского сегмента не было. Да, а информация-то, которая идет от тебя, она глубже, чем та информация, которая обычно попадается. Поэтому, друзья, очень важно показать вашим друзьям о том, что есть определенные правила, которые стоит соблюдать при церемониях, в том числе церемония Айваски и другие моменты. И вернемся к Айваске. Есть диметилтриптамин. Угу. А что там еще есть? Вот духи, это опять же духи вибрации и так далее. Одно и то же разными словами, но смотри, по не, химии. Я не фармаколог, это раз. Во-вторых, там огромный микс алкалоидов. И в зависимости от того, какая консистенция и какие коры еще использованы, или коры каких целебных растений используются, так и варьируют алкалоиды, пропорция которых будет все равно меняться. В айваске главное дух айваски, с которым ты работаешь, дух целебных растений, с которым ты работаешь. Вот так и идет работа. Дело не только в том, чтобы войти в состояние, которое тебе поменяет не сознание, а поменяет тебе разум, твою настройку вместе с интерпретацией. Это как бы в шаманизме весь прикол не в этом. Это именно конкретно работа с духами и инкорпорирование духа в свою структуру, реструктуризация своей. В основном шаманизм — это путь собирательства. Собирательство духов, модулей. Энергии, модулей. Да, и об этом мы обсуждали в предыдущем видео. И это очень интересно. А также айваска. Как проходит церемония? Правильная церемония айваски. Опять же, мы уже определились, что на нее не зазывают, не обещают золотых гор. Как проходит, как правильно настраиваться на церемонию? Какие соблюдать правила? Если мы говорим о традиционном амазонском шаманизме, там такого нету, что значит, как правильно настроиться. Человек решил, что ему нужно идти в церемонию. Индеец берет и идет. Ага, но индеец понимает, что это такое. А человек грингос, который решил идти... Он не обязательно понимает, что это такое, но в общем это часть их культуры, поэтому большинство мусора в голове у них будет свой, но тот мусор, который в голове несут грингос, у него этого не будет. Они не будут туда идти для того, чтобы открыть денежные каналы. Они не будут вот туда идти, спрашиваю, что у них очень важное что-то в других инкарнациях. Обычно, если индеец будет идти в айвасковую церемонию, то здесь вариантов не так уж много. Если он идет к бруху и хочет кого-то заказать, либо же сделать какой-то вредоносный акт. Ну, слушай, не обязательно убить человека. Может сделать человеку гадость. А может хочется там, завидует соседу. Или там, девушка хочет парня, парню хочет девушку, там, пофиг. Вот бытовуха, чернуха, они идут к бруху, к ЧСР, платят деньги и никогда с ним не церемонят. Он уплатил деньги за то, что он хочет, чтобы сделали, тот делает сам. Если же индеец идет в церемонию, то это значит, за исключением, если он там ученик бруха или ученик шамана, ученик курандера, если это просто человек идет в церемонию, тогда он будет идти искать курандеры для того, чтобы исцелиться. Либо же у него физические недуги, с которыми он не может справиться, либо же у него то, что называют духовными проблемами. Например, кто-то колданул, ему надо почиститься. Но духовные проблемы и отражаются на физике. Конечно. В любом случае. Да. То есть это ветки одного корня могут быть. Да, просто когда причина идет в магии, колдовстве и шаманизме, то просто таблетками или чем-то еще ты ее не решишь. Таблетки вообще особо ничего не решишь. Тогда они будут искать курандера. Но просто к шаману они не будут идти. Зачем? К шаману церемонии они не ходят. Смысла нету. А индейцы идут в церемонию, чтобы почиститься? Большинство индейцев вообще в церемонию не идут. Это внутренний шаманский движ. Я же тебе говорю, они пойдут только если у них какие-то недуги, с которыми они не могут справиться, и им не может помочь какой-нибудь врач в простой больнице. Mm-hmm. Либо же причина этих недугов или проблем в жизни является негативное влияние со стороны. Иначе они не будут ходить в церемонию.
Наверное, они что-то знают. Чуть больше, чем все эти восторженные клоуны, которые туда ломятся в очередь за исцелением и просветлением. И открыть денежные каналы. Все каналы, все открыть. Вот напьются айваски, и все у них откроется. Messy mess. Beautiful mess. Это называется... Классифицируется очень просто. Люмпены, лентяи и люди с магическим мышлением, которые являются, к магии не имеют отношения, являются психологическим, психиатрическим термином, которые хотят получить что-то ни за что. Если хотите денег, идите работать. Тут все очень просто. Расскажи, а какие виды айваски бывают? Айваски есть много видов. Основные виды айваски – это сиело айваска, райская, золотая, небесная еще. Это все сиело айваска. А айваска почему она называется райская, например, или белая? Белая в смысле не цвет, а белая в смысле магии, которую она несет, или о чем идет речь? Ну, можно и так сказать. Она цветом ли она не отличается? Она то есть отличается она по составу? Она отличается по виду. Это разные подвиды. А, дерево одного капи. Того же... Или... Капи это лиана. Ага. А баринистопсиопсиса. Да. То есть разные виды баринистопсиса. Да. Угу. Но это разные духи. Есть небесное, черное, зеленое, красное. Есть тайгерваска, есть клававаска, есть их еще много подвидов. Курандера будет пользоваться только с йеллой ваской. Клабаваска. Когда мы в клубе. Ну, она чуть-чуть по-другому, но да. Где лучшая клабаваска у нас в клубе? Курандера будет пользоваться только сиело айваска, хотя использование сиело айваска еще не гарантирует, что это курандера. Но признак того, что это не курандера, это четкий признак. Использование любой другой. Плюс использование тоэ. Как отличить человеку, который идет на церемонию, как ему понять, что там в этой айваске? Есть какие-то... То есть ему могут сказать, что, чувак, у нас здесь райская айваска, прямиком Шива пописал с неба, и у нас вот... Да. А там быть на самом деле тоя или еще что-то? Обычный человек вообще не поймет и не различит. Они могут визуально плюс-минус научиться различать райскую айваску от других, потому что у нее будет такой цветочный дизайн на срезе лозы. Угу. Будет такой, как цветочек. Но это вообще ничего, и то, что это ничего не гарантирует. Можно вместе с людьми, вместе сварить айваску, там, где будут все ингредиенты, которые видели. Во-первых, люди не понимают, что за коры идут, ты им скажешь, это кора такая-то, откуда они знают. А во-вторых, ее можно сварить при них, а потом смешать с черной, как очень часто и делают. Друзья, об айваске. Мы не рекомендуем никому употреблять айваску. Мы здесь не рекламируем айваску. Мы описываем это однозначно знания определенные. Поэтому... Между прочим, каждый, кто рекомендует всем пить айваску, или горлопанить, что айваска поможет всем, что это панацея, вам надо обязательно выпить. Это или шарлатан, или дуралей. Просто заблудшая овца. Этих людей не надо слушать. Каждый должен свой выбор определять сам. И нет ничего того, что поможет всем. И нету никакой волшебной помощи без вашего участия. Знаменитая картинка. Морфеус предлагает Нео две пилюли. Между прочим, у Морфеуса похожие кресла, как у тебя есть, похожая лысина. Не, у меня другое кресло в другом месте, именно как у Морфеуса. А именно как у Морфеуса. Похоже. То есть есть представление о шамане, который дает айваску, как этот Морфеус с пилюлями. Но похоже, что нету второй пилюли, которая ведет обратно, что ты просто уснешь и проснешься. Морфеус давал это Нео. От которого ему что-то надо было, ему надо было, чтобы Нео делал правильный выбор. Угу. А все эти поиски Морфеуса, опять же, пусть люди займутся с собой вместо поиска Морфеуса.
Но, как оказалось, из того, что я увидел в «Матрице», оказалось, что Морфеус играется в свою игру на определенном уровне, а Нео попал благодаря своим каким-то качествам. Он уже попал в понимание совсем другого уровня. И оказалось, что то, что играет Морфеус тот уровень, он также, скажем так, спонсируется из того же кармана, ну, можно так сказать, от этих же машин, то есть они также этот Зион для какого-то определенного движа постоянного. Я никогда не читал книги, они мне бы как бы были, ну, неинтересны, но судя из фильма, там вообще тяжело понять, а может быть Штурм Зиона это был еще один отыгрыш Матрицы, который просто является другой программой, никогда так это так и было. Не выходили. Так это и было. Сам Зион являлся программой для того, чтобы наводить весь этот кипиш. То есть у них же не работала матрица, когда ему архитектор рассказывал. Ну да, когда сделали всех довольных, всех довольными, они начали дохнуть. Ну, я понимаю, что плюс-минус они аллегорически показывают в странном таком сюжете. Если у человека будет все замечательно, он скиснет, сгниет в зоне комфорта, нету эволюции, нету развития. В фильме «Замысел» знаком с фильмом «Замысел»? Нет. Донецкие ребята сняли неплохой артхаусный фильм. Ну как артхаусный? У меня понятие артхаус – это то, что не похоже на какие-то привычное кино. И я рекомендую ознакомиться с ним, ссылку поставлю в описании. И суть в том, что... Там есть фраза, если бы не, а война это плохо, спрашивает мальчик там у персонажа. И персонаж отвечает, что война это естественное состояние человечества. Если нету войны, то люди оскотиниваются, начинают жрать друг друга. Не знаю, это какое-то нелегалистическое отношение. Мне было бы интересно с тобой, то есть фильм «Замысел», он довольно популярен в среде людей, которые... идут в познавание не только материального мира среди молодежи. Мне интересно было бы, чтобы ты ознакомился с ним, мы бы побеседовали с тобой на тему, потому что там очень много скрытых смыслов. Ты знаешь, я не люблю в основном русскоязычные фильмы не из-за того, какой язык, в основном из-за их уровня и качества. Угу. И скажу тебе честно, мне чуждо большинство того, что идет в современных там типа продвинутых книгах и так далее. Я воин и колпашусь очень часто и фактически бьюсь насмерть, не убивая. У меня нету никакой романтики войны и то, что какой-то кретин там философствует. А пусть в окоп пойдет. И я хочу посмотреть, что он там будет говорить. Пусть его маму разорвет в куски шальным или не очень снарядом. Пусть его детей порвет в куски. Это ему не пожелание, это просто, когда это все произойдет, я хочу посмотреть, как это тело будет продолжать философствовать об этом дальше. А соответственно, когда не будет философствовать, тогда это получается весь этот разговор фуфел. А вот мультик «Душа», он классный. Там очень тонко показано то, что все эти... поиски смысла, поиски себя. Это вонючая, галимая бредятина. Просто будь. И so just a game. Жизнью. А? Just a game. Нет, не обязательно. Я бы не назвал это... Смотри. Помимо смертей в Айваске, я не говорю, когда плохо, я говорю именно смерть. То, что раньше называли бы переходом в царство мертвых. У меня порядка 7 клинических смертей. Я помню каждый раз. Я помню, у тебя что... лично или в церемонии? У меня лично. Последняя была в 2012 году в сентябре. Не знаю точно времени. Сотрудники, которые были со мной, сказали, что это было где-то от 8 до 10 минут. И нет, это не просто лежало, лежал с открытыми глазами, зрачки полностью на все глазное яблоко разлетелись. Это потеря контроля зрачка. Потеря контроля зрачка бывает только при клиническом, при смерти.
это не игра. Это можно воспринимать по-разному, но можно сказать, что это все игра. Игра, которую играет один классный сновидящий сталкер. Но с другой стороны, это не делает ее менее реалистичной, это наша реальность. То есть этот сновидящий сталкер, мы можем творец. Его творец. Он может быть в каждом, и он есть в каждом и везде. И один ли сновидящий сталкер? Он не есть в каждом. Давай по-другому. Все творение вокруг – это все разное его отражение и разные его проявления. Первопричина. Но это не игра, это все очень реально. Очень-очень реально. Для нас, позиции людей, конечно. А где находится этот сновидящий сталкер? Если он как сновидящий сталкер, и либо это есть как свет, либо это есть... Либо это сидит такой же Ролан в другой реальности и такой... Так, посплю-ка я сегодня. В другой реальности или в другой актуальности это все другое. Ты говоришь про другие грани реальности. Другие грани реальности. Ну, это я имею в виду про другое измерение. Я говорю, ну, все эти измерения все здесь. Ну, я про то, что в моем понимании измерения мы с тобой находимся в одном измерении, а сновидящий сталкер-творец, который творит это своим сновидением, он в другом измерении. Я об этом. Не. А где он? В какой форме? Посмотри на творение. В какой форме? Ты видишь, еще раз, все творение является отражением проявления его. А где он? Там, где откуда никогда не выходил. Ты задаешь очень философский вопрос, на который будет... Или по-другому, не философский, очень конкретный. На который мне тебе так будет тяжело ответить, если ты хочешь... Правильный ответ на этот вопрос ты можешь получить без слов, осознать. А если в теле где? Вот здесь, еще вот здесь, может быть, зажжешь. Тогда осознаешь, будет классный экспириенс, а потом тебе останется бонус на всю оставшуюся жизнь. Непонятно, что с ним делать, и это не значит, что он хороший. Но бонус. У некоторых крыша едет, да. Это ты называешь зажечь свет Творца. Это я называю зажечь искру. Осознать Творца. Угу. Так ты поймешь, что для здесь он нигде, в непроявленной бесконечности, туда, куда у тебя сейчас нет доступа. Но с другой стороны, все вот везде. Здесь это и есть проявление его. Нет творения без Творца. Танец без танцора. Ну, танец от танцора неотделим. Но танцор, он является бесконечной пустотой. Нет, пустоты нету. Ну, чтобы... Смотри, я тебе это сейчас... Вот смотри, когда говорят про пустоту... Это как в математике ноль. У индусов божественное ничто – это непроявленная бесконечность. Это не есть пустота. Пустоты нету. Ее просто быть не может, если есть пустое пространство. Пространство подразумевает структурированность. Без структуры нет пространства. Пустоты нету. Есть определенное, например, хрень, определенные состояния, которые именуют себя пустотой, бездной. Оно же все равно не пустота, это же хрень себя именует таким образом. И это пространство там находится, просто ты там чувствуешь. То есть это определенная структура, есть состояние. Разные... Да, абсолютно пустоты нету. Если есть пространство, оно структурировано. Нету пространства, о чем речь? Смотри, все духовные песни, пляски, айваски, Иисусы. Не хочу никого оскорбить, ребята. Если религиозные чувства оскорбляются, я прошу вас удалиться и... Чем самоудалиться на кнопку self-destruct. Почему никто никогда не говорит по поводу оскорбления здравомыслящих? Здравомыслящих, не забрымвошенных. Вот для меня это оскорбительно, что мне кто-то начинает меня грузить своими суевериями вместе с какими-то там религиозными догмами. Все замечательно, вы такие верующие люди, верьте. Только вот там не лезьте с этим, не разбрасывайтесь своей верой, как воеристы гениталиями, потому что тогда это становится немелее пошло. Хорошая фраза есть. Выбирай, кем хочешь быть обманут.
Пожалуйста, тут тебе масоны, тут тебе христиане, тут тебе тут шахиды. Тебе курандеры, тут все просветленные. Да. Идите в любую секту, какую хотите, только, пожалуйста, идите. Не надо этот мусор нести другим. Вот, между прочим, еще один... Я поставлю здесь, я видел недавно, перебью... Где-то то ли в аэропорту мне друг скидывает фотка, дверь, и на ней нарисован человек на коленях, и здесь христианство, здесь омчик, здесь мусульманство, куча-куча, здесь свастика какая-то перекрашена. Да-да-да-да-да. Тебе этот фильм «Мумия» не напомнило? А я там, где был этот урод, который подбирал... Не-не, не помню. Ну, я поставлю сюда, ты мне скинешь, я поставлю. Я тебе скажу, какую цель ты вставишь. Это все то же самое, ты пойми. Религиозность, ну вот если уже говорить, к примеру, о Библии, да? В Библии, если говорить о Библии, то надо для того, чтобы говорить про алгебру, надо понимать математику. Математика – это пятикнижие, это заповеди. Нет ни одной заповеди, и вы должны верить в меня. Слово «церковь» нету ни в каком завете. У меня есть видео. Слово «синагога» об этом тоже, нету ни в Торе, ни в Танахе. Никто из патриархов не был верующим человеком. Они были знающими. Иисус не был христианином. Они были сновидующими. Иисус вообще не был. Он Иисусом не был. Имя Иисус для евреев и иудеев — как это Вася абсурд. Или... Нет, то есть это стандартное имя того времени или нет? Иисус? Такого имени просто Ешуа, не было. Ешуа, или как там его? Ехошуа, да. Ехошуа. Он Ехошуа, он не Ешуа. Ну, это как, опять же, смотри, это как с айваской для грингос, с ряженными шаманами, так и Иисус для грингос. Да. Иисус для грингос. Меня очень радует, Роман, что мы находимся в Украине, потому что в России были случаи, специально выпустили эти статьи, чтобы можно было подтянуть любого вообще за любую... Да, за оскорбление чувства верующих. И то есть за такие слова, которые мы сейчас говорим, гипотетически, если кому-то из органов, из ФСБ или... МВД, не понравится, то можно привлечь по статье. Да, да, да. И потом доказывать, что ты не... Подобные вещи по своей сути являются дискриминативными, потому что если я тем, что я не верю, что какой-то сумасшедший дегенерат вот в дурдоме является Наполеоном. Ну вот мне не то чтобы не верю, мне наплевать на его иллюзию. Слышишь, чувство оскорбил, да? Не в плохом смысле слова. Мне в хорошем смысле слова похуй, о чем они ключат. Почему их чувства защищены? А вот все статья, все оскорбил чувства Наполеонов. Да. Я намироточил на их святыню. Так что же это за... Говно они поклоняются, которое может оскорбиться на то, что непонятно кто что-то о нем сказал. У меня были... Это очень ущербное довольно божество. Довольно часто в какой-то период жизни мне попадались... я останавливаюсь в хостеле, и там обязательно какой-нибудь верующий мальчик. И Иегова, какой-нибудь баптист, какой-нибудь там христианин. И с ними очень забавно беседовать. Я бы сказал, по уровню абсурдности я бы сравнил с психологами. И вот примерно одно и то же. И люди зашиты в том плане, что в Библии же так сказано. А я говорю, блин, чувак, Библию переписывали миллион раз, каждое правящее класс. Просто, ты им говорит, ты оригинал читал? Да, нет, хорошо. В Библии сказано замечательно. Ты знаешь, мне такие сектанты помогли выучить Библию, потому что они приходили, а вот глава такая-то, строка такая-то, тот сказал то-то. Ты что, сомневаешься? Мне не проблема открыть, ага. Почитать, посмотреть, почитать несколько разных авторитетных комментариев. Под авторитетными я имею в виду канонические. Не обязательно их принять, а самому вникнуть, что происходит, учитывая среду и культуру людей вместе с идиоматикой, на которых это написано, ну, языка, на котором написано. Большинство, то, что они говорят, ересь, бред и ахинея. То те пророчества, на которые ссылается христианство, тут не надо быть
огромным эрудитом. Можете даже посмотреть фильм Гая Рича «Большой куш». Он с этого и начинается, потому что Гай Ричи немного в теме.